Ребят, копаем ямы под купели. Ну, чтобы они были чуть заглублены, вот эти вот купели. И смотрите, здесь же вот у нас. Опа, смотрите, прячется. Дальше, вот так вот. Опа, еще прячется. Это будет дренажный слив для купелей. Вот они, купели четырехкубовые. И мы их заглубляем. Вот здесь вот по низу сделаем пеноплекс, по краям сделаем пеноплекс, чтобы купели от земли не промерзали, потому что вот это вот будет теплая купель, а та будет холодная купель. Получается, здесь она у нас примерно сантиметров 60 под землей. Дальше будут винтовые сваи на террасе еще подниматься. Ну и выглядывать она будет примерно... Ну вот, вот на столько сантиметров, на 40 будет выглядывать еще.